А что тут, Саша, ну давай, я на видео записываю. Я надаю тебе, вот сразу. Мне даже цибулька. Что ты? Где ты найдешь такого, чтобы я цибулькой насрал? Да давайте, товарищи. Товарищи, всем приправленный Лукашин. Так, Лукашин, на твои 39-й нарожденный. Саша, будь. А рихле? Будьте рихле. Проверяем. А, это справня, ну. Так, Наташа, давай. Ну, оно здраве уже. Так, товарищи, ай буде здраво. Ви здраве, але они не були стігати. А тьма з той бабою радость. Лукашик, маленький Лукашик не може бути, та я нам великий малий Лукашик. Так ти тоді то спалив, Лукашик. Я то видим, ну так, то є моя тобі довіра, йо. Я тебе довірував, а ти то спалив. Ожрал ти вола, боїся. Ожрал це йому. Ну ти можеш уж там тагнути, то вже в погоді готовий. Ну а Лукаш мені трохи спалив тут шашлик. А то там затем на сторону такой. А нині то ще катастрофальні. Також копання Олена же є то канцер. Трохи канцера на тому є. Але дасть то. Звладнемо то. Ми такові твердіші хлопи з вирови. Ось так і красний падаєш мене. Чикніть мені тепер і скажіть, достатньо ли солі? В этом шашлике поки ніхто остальний не слушає. Ну, отріжте кусочок. И сказать, достаточно соли? Ну, вода как да. Наташа, ты? На, чихни. Погори сюда. Ничего не погорить. Ну. Просто отсунь от огня и все. А ну? Нет. Да оно уже было сгоревшее, Саша. Это просто... Ну так подгорай. Ты сейчас отсунь, а я дожарю. Ну что, соли достаточно? Спасибо. Все, супер. Я доволен. А что вы тут делаете? Саша проходит школу, не тоді на коти. Я то прохожу школу, не. Школу не на кафе. Который зовут Дербаря. Ага. И два крат. А не можешь все товарить, не? Я то не точив, я то погоді. То лисим не точив. Трошки там розвілося. Трохи збіжала. Право, ага. Право наліво. Так ребята хвалять, а я так впервые фотаю. О, видишь, там мы там. А вон тут щекнул будет. Ты больше будете на том? На YouTube будете? А. Будет там тим билдинг в Жевницах. Ты уже там? Веб-совет спит?